Ребята, всем привет! Вот и настало время подвести итоги нашего замечательного конкурса, в котором мы могли бы выиграть вот эти замечательные игрушки хамелеона. Это у нас лягушка-хамелеон и ящерица-хамелеон. Итак, что нужно было сделать для того, чтобы выиграть этот конкурс? Ну, было 5 простых пунктов: подписаться на канал, поставить лайк этому видео, написать комментарий со ссылкой на свой профиль ВКонтакте здесь ниже под видео, вступить в группу ВКонтакте, в нашу группу, и сделать репост записи из группы ВКонтакте. Давайте теперь с помощью специальной программки выберем наших победителей. Итак, зайдем в программу, ставим сюда ссылку на наше видео и загрузим комментарии. У нас комментарии загружаются. И пришло выбрать время первого победителя. Итак, первым победителем у нас становится Лена Страйп. Лена Страйп. Мы найдем ее в комментариях. Вот ссылочка. Проверяем. Так, и заходим. Хорошо, это у нас Лена Гусева из Белогорска. Она у нас получает ящерицу. Поздравляю тебя, Лена, за твой подарок. Теперь давайте выберем второго победителя. И вторым победителем у нас становится Денис Никитский. Смотрим его в комментариях. Вот, Денис Никитский. Вот, смотрим его репосты. Все, есть репост конкурсной записи. Отлично, ребят. Итак, Денис Никитский у нас получает лягушку. Вот такую чудесную игрушку-хамелеон. Ребята, что хочется сказать. Те, кто не выиграл призы, не расстраивайтесь, потому что это только первый конкурс. Обязательно что-нибудь выиграете. И что я еще хотел сказать. Я бы хотел бы еще дополнительно сделать один приз. Даже два приза для наших дорогих участников. Для кого именно? Это для Артема Баданина, который постоянно участвует в продвижении нашего канала, помогает нам делать записи. Вот. Он у нас получит тоже замечательную ящерицу, мы ему отправим по почте домой. И еще один человек, тоже, который постоянно активное участие принимает в нашем канале, это у нас Игорь Тучин из города Выпыталово. То есть тоже постоянно мы видим его активность, делает репосты наших записей, вот, и всячески поддерживает наш канал. Вот. Значит, Игорь Тучин тоже получает в подарок такого замечательного хамелеона. Мы с ним свяжемся. Итак, ребята, те, кто выиграл конкурс, обязательно получат свои игрушки. Отправим вам по почте ваши города. Вот. Ну, а всем остальным, ребята, пожелаю удачи. Будьте активны на нашем канале, смотрите нас. И до встречи, пока!